Крайнее левое для поворота, остальные для движения вперед. Водители автомобилей на Светланской вновь запутались, кто и куда должен ехать. Во Владивостоке есть несколько перекрестков, так называемых дежурных, где каждый день происходит дорожно-транспортное происшествие. Сегодня на Светланской 209, один из таких перекрестков, столкнулись Королла и Сузуки Скуда. Водители обоих транспортных средств – девушки. Обе пребывают в шоковом состоянии. Нечасто милые дамы попадают в ДТП, а водитель Toyota Corolla так и вообще находится в положении. Так что волновать женщину лишний раз нельзя, а авария – это в любом случае стресс. При проезде этого перекрестка обычно водители, которые собираются поворачивать налево, занимают крайне левое положение. Водитель Suzuki Skoda сделать этого не пожелала или не захотела. Ну а водитель Toyota Corolla, в свою очередь, могла бы двигаться прямо не с крайней левой полосы, а хотя бы со второй. Возможно, и аварию удалось бы избежать. Повреждения автомобиля несущественные, у Suzuki Skoda и так левая передняя сторона несчастливая, и бампер уже подштопан, и крыло уже пошло ржавчиной от давнишнего ДТП. Ну а у Toyota Corolla поцарапана дверь на правой стороне. Кто в аварии прав, теперь будут решать сотрудники полиции. Обе дамы считают, что права именно она. Столкнувшись, автомобили на некоторое время осложнили движение на данном участке. Впрочем, оперативно прибывшие сотрудники полиции максимально быстро решили женский спор и убрали автомобили с проезжей части.